Груженные доверху фуры отсюда уезжают теперь каждый день. Пищевой гигант Юга наращивает объемы производства. Если в прошлом году здесь получили 10 тысяч тонн мяса индейки, то теперь цифра вырастет, а вместе с ней география поставок. Открытие новых рынков, во-первых, в первую очередь нам даст, значит, и наращивание объемов, да, наращивание рабочих мест. То есть сейчас как бы компания работает более 420 человек. То есть в связи с увеличением будет еще как бы привлечены, да, сотрудники. Но в первую очередь будут кормить казахстанцев. Большая часть продукции уйдет все-таки на внутренний рынок. Наращивать экспорт намерены и на этом заводе. 50% собранных здесь трансформаторов уже уходят в Центральную Азию и Россию. Высокий спрос объясняют хорошим качеством. На горизонте новые контракты. Иран сами выпускает 20 киловольтных трансформаторов, но у нас тоже хотят по 6-10 киловольтных трансформаторов. А по Туркмении в основном по большим подстанциям. Предприятие «Юга» в ожидании миллиардных контрактов. В этом году впервые начнутся поставки мяса говядины в Иран. Из Шымкента в Узбекистан также уедут глубинные насосы. И это только начало. Экспортерам сегодня рассказали об инструментах господдержки, которые, скорее всего, активизируют многих. В рамках аналитики мы предоставляем аналитические обзоры, бриф-анализы, справки по тем или иным рынкам. Финансовое – это возмещение затрат экспортеров, то есть 50% затрат, которые были понесены по участию в выставках, содержанию представительства, склада за рубежом, они возмещаются Казнекс-инвестом. И сервисная поддержка, она подразумевает продвижение экспорта, то есть это выездные мероприятия, такие как торговые миссии. Бизнесмены уверены, экспорт откроет большие возможности, поэтому 40 компаний региона хотят принять участие в зарубежных профильных выставках.